А творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Я вам там загружала видео Натальи Борисовны Правдиной на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуди через дефис Time Management. Да, и действительно, как все успевать? Как все успевать? Вот. Заснимаю мои видео, читаю книжки из моей библиотеки «Позитивное мышление. Смежные науки». Так что вот, одновременно в перерывах загружаю те видео, которые я засняла на мой канал YouTube. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Так что сейчас у меня видео загружается на мою страницу ВКонтакте. Вот, и одновременно тоже мою посуду, потому что горячей воды вот тут не было полтора дня. Одновременно мою посуду и также готовлю себя, ну, на моей кухне Гранд Ресторанта, мой такой ужин, как в Париже. Вот такие вот дела. С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Изучаем. Так очень интересно. Я сама тоже вот обратила внимание, занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года. И книжечки Sunlight у меня уже давно были, я их смотрела, ну не полностью читала, я их изучала, но они не были полностью у меня прочитаны. Вот. И вот матрица успеха, смотрю, янтры, мандалы, психограммы, ментограммы, а это алхимия изобилия. И насколько я помню, эти матрицы, янтры советовала также Наталья Борисовна Правдина на своем, так скажем, семинаре. Вот. Как же он назывался? Фэншуй и позитивное мышление. Ну что, психограмма радости. Никто из вас не придет утром на работу неумытым и непричесанным. Внешне мы приводим себя в порядок. Но какой же порядок царит у большинства из вас внутри? Часто уже с утра вы ворчливы, неразговорчивы, в дурном настроении духа, а внутренней гигиене в таком смысле не может быть и речи. Кстати, я также проходила курс нейролингвистического NLP, летний интенсив у Аркадия Бондаря, да, в 2005 или 2006 году, это было лето 2005 или 2006 года. По-моему, в NLP там есть, знаете, экология, знаете, вот эту. Об экологии идет речь, знаете, здесь тоже, знаете, так интересно вообще написано, гигиена, внутренняя гигиена, должна быть не только внешняя, понимаете, а еще внутренняя гигиена, так интересно написано. Забота о своем настроении более важна, чем уход за телом. Ну, как пишут, забота о своем настроении более важна, чем уход за телом. Забота о настроении — это та же забота о своем здоровье. Недовольство, злость, низкая самооценка, зависть – это эмоции. Чаще всего вы стараетесь подавлять. Однако эти эмоции сохраняются в глубинах подсознания. И определяя ваше самочувствие, проявляются в придирчивости, раздражительности и хроническом плохом настроении. В результате возникают нарушения обмена веществ, сердечные заболевания, аллергии и пристрастия к алкоголю. Эту матрицу следует держать у себя на рабочем столе. Повесить в спальне, ее аура будет эффективно трансформировать ваши самые скрытые негативные эмоции. Как интересно. Психограмма радости.
Сейчас я вам ее покажу, здесь еще не все. Я прочитала. Рама-янтра. Вот она, Рама-янтра. Обратите внимание. С вами моя, с вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудзина, моя творческая программа, моей студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудзина.